проблема внимания и проблема депрессии, последствия депрессии, недооценка недооценка этой темы – это повсеместная и неправильная точка зрения. Более того, работа по депрессии выполнена, ну, не хочу переходить на личности, но с пониманием этой темы, да, то есть человек вот через это прошел и не хочет, чтобы, и хочет, чтобы люди, попавшие в эту ситуацию, выпутались из, условно говоря, из депрессии с гораздо меньшими потерями. Это прекрасный посыл, прекрасная работа, прекрасная тема. А, могло бы быть. Могло бы быть. Потому что глобальной, скажем так, недочетом этой работы является то, что автор замкнулся на себе. Он альфа и омега. Он вхождение в проблему, он же и выход из проблемы. То есть мне пришлось там поставить, ну, по формальным причинам 0 баллов за кооперацию. Не помню, как назывался этот... Этот параметр, но это не, это действительно 0 баллов, это не формальный, ну, как бы это не формальное решение, потому что вот именно в этой теме нельзя быть одному, когда ты в депрессии, и нельзя делать доклад о депрессии одному, потому что, ну, и случаи у людей разные, и автор лишил возможности узнать другие точки зрения, и по условиям конкурса надо было продемонстрировать свою способность кооперировать с выполнением задач с другими людьми. Этого не произошло. Это очень плохо. Это вот мне очень обидно вообще от этого. При всем при том, что работа хорошая, очень личная, очень понятная. Я очень благодарен вообще автору за эту работу, но вот не доучесть кооперацию в данном вопросе, это неправильно.